13 октября церковь празднует память преподобного Григория Пельшемского, вологодского чудотворца. Преподобный Григорий родился в городе Галиче, Костромской губернии, в середине 14 века. Он происходил из рода дворян Лопотовых. Когда юноше исполнилось 15 лет, родители хотели его женить, но скончались, не успев исполнить свое желание. Юный Григорий раздал бедным доставшееся ему наследство и поступил в монастырь Пресвятой Богородицы, находившийся на берегу Галичского озера. Игумен обители недоверчиво отнесся к новому иноку из-за его юности и знатности происхождения. Поэтому он отдал Григория в послушание опытному старцу. С великим смирением служил инок Григорий всей братии. Со временем преподобный Григорий обрел славу духовного наставника и подвижника. Галичский князь просил его быть крестным княжеской семьи, но преподобный тяготился мирской славой, желая большего уединения. Преподобный Григорий основал собственный монастырь на реке Пельшеме в лесах. Но случилось так, что московский князь Дмитрий Шемяков вторгся в вологодские земли, желая отнять их. Преподобный смело обличил князя за пролитие крови невинных жителей. Сначала князь Дмитрий не послушал преподобного и даже приказал сбросить его с моста. Но подвижник выжил. Князь испугался и вскоре увел свою дружину обратно. Преподобный Григорий мирно скончался в своем монастыре, преподав благословение братьям.